Как на уроке нужно себя вести? Шептать на уши своему брату или своей сестре что-то? Драться, кусаться? А как? М? Муслим, как? Сидеть, слушать урок, так? Кто примером нам был в этом? Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он давал урок. А те, кто слушали? Сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, так ведь? Рады Аллаху анхум. Когда они сидели на уроке, передается, что они сидели настолько тихо, что даже если бы птицы опустились бы на их голову, они бы не улетели. То есть как будто вообще, как будто это просто столб. То есть не шевелились даже, так ведь? Вспомните хадис Джибриля, алейхиссалям. Когда Джибриль, алейхиссалям, пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в ослепительно белых одеяниях, с очень темными черными волосами, сел, фааснада рукбатейхи иля рукбатейх, опер свои колени к коленям пророку Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и с этикетом, соблюдая правила поведения на уроке, так ведь? Спросил я Мухаммад, ахбирни аниль ислам, о Мухаммад, расскажи мне об исламе, расскажи мне об имане, так ведь и так далее. Вот такие должны быть, такое должно быть правило поведения на уроке, так? Таиб.